привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Алании», Paradise Алания. Сегодня я пришел в район Оба. Оба – это один из близких районов к центру города. И она является одним из спокойных районов города Алания. В этом проекте мой близкий друг продает 2 плюс 1 трехкомнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой на втором этаже проекта. Она состоит из 4 блоков. Я туда сейчас пойду, но до того я вам хочу показать, что здесь впереди из 4 или 5 блоков строится люкс-проект, который называется Soul Garden. Там цены на 2 плюс 1 начинаются от 130 тысяч евро и выше. Здесь проект Ruby Platinum. Там уже не осталось квартир, там тоже где-то 100 тысяч евро начинались цены. Хочу сказать, что этот район развивается. И мэрия Алании переезжает в ту сторону. Отсюда километр в той стороне приблизительно, где торговый центр метро. Также от моего месторасположения до магазина вот этого хозтоваров, стройматериалов, центральный маркет Коч-Таш находится именно близко к этой территории. 350-400 метров на расстоянии отсюда находится в той стороне, там море у нас, и в той стороне главная дорога D400. Здесь, где вот стоит грузовик, у нас лицей имени Назми Йылмаз. В той стороне также есть у нас сеть магазинов Тахта-Кале. Так, это бананоплантация, их как 5 месяцев назад установили, как минимум 5-6 лет тут будут выращивать бананы. В том части у нас проект Кави Палас, известный от застройщика АКР Групп. Там тоже дорогие цены. Я рассказываю об этом, чтобы привести пример ценовой политики района Оба. Так как этот район близок к городу, здесь цены выше, чем в районе, допустим, Махмутлар, Каркаджа, Кестель. Но порой бывают и хорошие цены и продажи. Это здание пятиэтажное. Тут высокие этажи запрещено строить. 5-6 этажей максимум. В той части, если вы видите, строят новые проекты. Увидели? Так. Цены идут вверх в этом районе, так как он тоже будет как центральный район, так как мэрия Алании будет в районе Оба. Здесь все шифр-мифр, все есть, я просто сам открыто оставил. Проект называется Green Park Residence. В переводе с английского языка означает «зеленый парк». Тут парковочные места для велосипедов. Тут такая зона отдыха. Консьерж живет на первом этаже, а квартира находится вот там. Так. Очень ухоженный сад. Везде цветочки, мяточки, сладкие-младкие. Все на месте. Открытая парковка. С пультом открывается. Это дерево авокадо. Можно также собирать авокадо. Там я никак не могу прийти собрать авокадо. Времени нету. Это волосы чьи-то. Так. Видите, да, там деревья уже выросли конкретно. Здесь у нас открытый бассейн. Вот. Это все здание собирается красить. Было собрание жильцов. И решили покрасить здание. Не знаю, когда начнут, но уже решили. Деньги уже вроде собрали. Так что здание все обновляется. Камера наблюдения везде. Видите, камера стоит. Вот так. Там тоже сад в ту сторону. И здесь у нас как бы крытое место. Для машин, что ли? Нет. Просто сделали беседочку. Да, вот так беседочка. Такая, фруктовые деревья. Все есть, можете собирать. Мушмула.
апельсины, мандарины, все есть. Это тутовик, миндаль. Здесь у нас зона барбекю. Вот. Недавно, кстати, сделали. Айдат они подняли. Айдат было 180 лир, сейчас стало 200 лир. 20 евро в месяц, дорогие зрители. Квартирка просторная, 120 квадратных метров, жилая площадь 100 квадратных метров. Так. Расстояние отсюда до моря 1250 метров. Отмерял по карте Google, максимум 1300 метров. Вы увидели также проект с высоты. Здесь нужен чип. Так я открыто оставил, чтобы не пользоваться. Вот такой вход. Все из мрамора. Проекта 10 лет. Лифт тоже есть, вызовем. Такая лестничная площадка. На этаже у нас 1, 2, 3, 4 квартир. Так. Вот такой лифт. Вместимость 3-4 человека. Поднимаемся мы в лифте. Первый этаж. Но квартира на втором этаже. Вот поднялся я на первый турецкий этаж, а так второй этаж в российский номер. Здесь открытая терраса. Можно. Сюда вроде цветы ставили, что-то убрали, решили, наверное, убрать. Место для игр, для детей, вот тоже интересное место. Так. Наша квартира находится в этой стороне. Да, постучимся. Так, здесь у нас вот такая прихожая. Какие интересные тарелки. Вот такая прихожая. Даже в квартире живет фламинго. О. Тут прихожая. Значит, сразу пройдусь я по коридору. Вот такой просторный коридор продолжается. Здесь где-то 5 метров в длину. С левой стороны у нас первый санузел. Вот. С душевой кабинкой. Факер, проточный водонагреватель, немецкая фирма. Так, включен свет, включен здесь. Значит, здесь у нас хозяйская спальня, просторная, не маленькая, если вы видите. Так. Причина то, что он продает, он хочет купить двухкомнатную квартиру, 1+1, и потом, если получится, добавить и купить машину. Вот причина то, что продавать. А так продавать не хочет. Все не хочет уезжать. Так. Ну, вот так он решил. Ему эта квартира очень большая. Так. Кондиционер фирмы Чилик. Так, здесь у нас второй санузел. Они душевой кабинкой не пользуются. Но все работает. Вот. И здесь у нас вторая спальня детская. Ну какой старинный ковер. Примерно 67-68 лет этому ковру. Продается ковром. Такая вот стенка. Тут чья-то квартира. Так, два балкона. Сейчас откроем двери. Здесь как минимум 11-12 квадратных метров, может быть и 13, на глаз не могу определить, потому что кровати нету, и диван, и маленькая кровать. Так, это у нас первый балкон, вот такой вид, вид на открытую парковку, на сад и на проект. Также горы, отсюда дует прохладный ветер летом,
Так что если откроете дверь, будет сквозняк. Северо-западная сторона. Вот. Так. Двери все новое покрашено. Ремонт не требуется. Ну, где-то, может быть, 1000 лир можете потратить. Так. Селяму на электрик, да. Здесь у нас вот гостиная, совмещенная с кухней. Нас. Узагитме, я тут все ледекся. Так ли? Отшур, отшур. Убегает. Стесняется камера. Там моя. Вот он, Баулача. Там хозяин вдруг проживает в квартире. Так. Знает также немецкий язык. Рукой помаши. Элинля успели. Там. Ага, здесь у нас кухня. Стиральная машинка Hotpoint Ariston. Новая, куплена. A3++. Куплена в этом году. Холодильник фирмы Bosch. Здесь как минимум есть 25 квадратных метров. Не меньше. И просторный балкон. Как минимум 16 квадратных метров балкон. И вот такой вид с этого балкона. Тихо, спокойно. В основном проживают иностранцы и местные города Алания. Немцы тут, норвежцы, также русскоговорящие. Обязательно насчет цены хочу определиться. Сказать, что Симде Фиатене Кадардиосу. Джан Лолера. Хочу сказать, что напрямую вот собственник сам скажет цену. Эшиалы, соответственно. 75 000 лир. Ага, buraya bak. Эшиалы. Yani biz sadece giysimiz hazır çıkacak, her şey kalacak. Tamam. Koltuklar zaten yeni. И вот это новое все куплено, диван новый, он открывается. Bu böyle mi açılıyor da? Bu yatak da oluyor, her ikisi yatak. А, это как кровать открывается, как книжка, вот так открывается, и там как кровать. И там также можно ставить свои вещи. А, все готово, квартира под ключ. И цена, он сказал, 75 000 евро. Так что, дорогие зрители, я здесь подведу итог. Если вас заинтересовала эта квартира в районе Оба, так что звоните, пишите по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. С вами был мистер Агаси из Солнечной Алании, район Оба. Всем желаю радости, добра, благополучия, цветочков побольше дарите своим близким, дамам, женам, мамам, дочкам. Берегите себя. Всем пока-пока.